На наблюдательном совете Сбербанка была представлена программа развития корпоративного бизнеса. Самый крупный банк страны меняет правила работы с предпринимателями, переводя их в плоскость цифровых технологий. Ежедневно приложением «Сбербанк Бизнес Онлайн» пользуется 700 тысяч бизнесменов. Старший вице-президент Анатолий Попов рассказывает, предприниматели – самая продвинутая часть общества. Они быстро поняли преимущества удаленного банкинга. Клиент получил очень удобный программный продукт, в котором ему приятно делать свои операции. Есть и очень много удобных сопутствующих сервисов. Создание этого сервиса позволило приблизить еще чуть-чуть банк к клиенту и сделать бизнес для клиента еще чуть-чуть более удобным. О расширении банковских услуг для бизнеса, в частности по кредитованию, говорит и глава Сбербанка Герман Греф. Ну, у нас портфель по малому и среднему бизнесу составляет 1,4 триллиона. Мы планируем увеличение портфеля в этом году. По нашим оценкам, примерно на 8-10% возможен прирост корпоративного кредитного портфеля. Кредитование малого и среднего бизнеса еще недавно считалось убыточным. В этом году Сбербанк намерен сменить тенденцию. Не только нарастить портфель кредитов, но и получить прибыль. We'll be right back.